Продолжаем чтение книги «Носители Духа», составитель профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. Сегодня мы с вами читаем главу «Прощание». «Блажен путь, вон же идеше гнездь души». Из прокимна службы погребения. Игумен Никон Воробьев. Когда человек сердцем почувствует, что душа его прокажена прокаженным грехом, вся в язвах, что он бессилен сам исцелить свою душу, как прокаженный бессилен сам себя исцелить, когда перед очами близко станет смерть и мытарство, тогда остается одна надежда, одно прибежище, Спаситель наш, Господь Иисус Христос. До этого времени он был далек от нас. Вернее, мы были далеки от него, а теперь он единственный Спаситель, с неба пришедший спасти нас, взявший грехи наши на себя вместо нас, потерпевший последствия грехов наших, покрывший своей любовью наше беззаконие, обещавший за веру в него и за покаяние все простить, очистить нашу душу и тело, соединить кающихся грешников с собою в таинстве причащения еще здесь, на земле, залог вечного соединения будущей жизни, усыновить нас Отцу Своему и через это сделать участниками вечной божественной славы и блаженства. Вот в чем состоит христианство. Вот любовь Божия, милость Божия к падшему роду человеческому. Прошу жалеть и любить друг друга, помогать взаимно в материальной и духовной нужде. Где мир и любовь, там Бог, там радость и спасение. А вражда и зависть от дьявола. Очень прошу всех родных и близких твердо держаться православной христианской веры и прилагать до смерти все усилия к спасению души через исполнение евангельских заповедей и часто не меньше одного раза в год исповедание грехов и причащение. В течение моей жизни я находил утешение в самых тяжких обстоятельствах и искушениях лютых, веря в Господа Иисуса Христа и в молитве. Вот я отхожу в вечность и при гробе прошу прощения у всех. Благодарю всех и любящих, и недовольных, всех благодарю и искренне у всех прошу прощения. Земно кланяюсь вам, простите меня ради Христа, не помяните злом. Кто может, хоть изредка, поминайте о упокоении грешного вашего священника. Вот мой завет умирающего. Катись, считайте себя как мытарь грешниками, умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга. Игумен Иоанн Алексеев. Суетный мир продолжает жить своей жизнью, а многогрешное мое тело лежит в холодной могиле, тело, взятое из земли, и возвратится в землю, а дух возвратится к Богу, который дал его, говорит Экклесиаст. А ты что приобрел для будущего века, а? Мученики покажут язвы за Христа, преподобные подвиги. А ты что?